подход на такую систему на программе Яндекс. Когда мы уже выложили, здесь тоже поросит. Только там мы убежали. Тоже прекратился, приехали опять. Потому что нам сегодня вообще до самой ночи обещают дождик. Лайв-формат такой. Это, грубо говоря, отчет, как мы делаем работу с подпольными стенами. Потом за стеной, где они стоят, как андеры. Вот там вот, вот это вот, то, что там щель, потом будет землей засыпаться. Ну и получается такая грамотная подборка. Я вам расскажу. Чал оторвался с того. Надо ее перекрутить! Чалку перекрутить! И вон та сторона тоже. Где сам крюк цепляется, паука, с Рустема стороны правой. Да-да-да, там нормально, он не рвется. Чалка боролась. Это камень природный, админский блок. Админский блок, белый камень. Он очень тяжелый. В куде там, по-моему, 2200 или 2300 веса. И еще плюс то, что дождик, а он влагу впитывает, ну, 2500-2600. Плюс-минус. Кран у нас 10-тонный бияшка. Вообще, их ставится, так на камеру не видно, справа клещи, может, на этом валике будет с клещами. Вообще, для этого специальный клещ. То есть, даже на самих блоках видно вот эти зубчики. Вот, вот, и вот, вот эти зубчики. Он врезается, и, то есть, как бы клещами его сдавливает и поднимает. Дайте лайк. Я вас постараюсь.
под этими плечами поднимается в основном на месте вверх. Это вот Гриша сейчас будет цеплять. Гриша, АК, снайпер. Я вижу, да. Этот блок здесь больше куба. Это 286, ну или, по-моему, да, 286. Трехкубовый получается блок, больше так. Или 2,5, или 2,6, ну, это больше, ну, 3 с чем-то, вот эти кнопки беру, жопу подрываю даже, а лапа отходит. Очень удобно, у меня кабина просто кидает, все ноги мокрые. Я его привел до спины.
переворачивается. Быстро сделал маневр, чтобы плотно заскочил. Приходится иногда такие рискованные моменты делать, но по-другому никак. Так переворачивается армянский вод. Ну, самый такой из легких способов. Никто не страдает, так скажем. Оп, и все. Возьмем себе, через кабину не будем это поворачивать. А лапа не важно стоит. Я сейчас опять поймусь. Через кабину, что ли? Ну, давай, сейчас через кабину рискнем. Вставай так и вставай. А лапа на песке стоит. Так, ладно, мы с вами прощаемся, он такой маленький ролик, он телефон садится. По-другому никак не смогу. Так, всем пока, спасибо за внимание, что смотрели. Гриша снайпер едет. Гриша. Гриша снайпер. Гриша снайпер. Гриша снайпер. Альминские блоки. Заливается первый ровный слой и выставляются подпорные стены. Вот таким вот образом, чемоданчиком, да, можно выставлять 4 плюс блока вверх. Также это природный камень, который впитывает в себя влагу и встает еще тяжелее. Куб весит больше 2 тонн. Вот этот у нас 2,86 метровый, 50-ка. Идеальнейший вариант для подпорных стен. Сверху также можно обсыпать грунт, и там могут ездить абсолютно большие автомобили, такие как КамАЗы, как автокран. Можно же договориться и под ключ такие подпорные стены. Ну, то есть обговаривается. Можете писать, связываться. Сейчас будет монтаж происходить блоков. Блоки очень тяжелые. Это лучший вариант, чем ФБС-ки, а также лучший вариант, я бы сказал, даже чем монолитный бетон в плане денег. То есть это самый дешевый вариант, который только можно предложить в пределах Крыма.